Кто работает в ГАИ? Дяденька полицейский. Он смотрит за дорогой, чтобы пешеходы правильно переходили дорогу, чтобы машины ездили на красный свет. ГАИ – это государственная автомобильная инспекция. Там работают полицейские. Полицейские, они следят за порядком на дорогах, но чтобы люди не превышали скорость машин. Они смотрят за дорогой, чтобы никакой аварии не было, и как правильно переходят люди дорожный переход. Он вот смотрит, чтобы машины не разгонялись, и там ничего не было. Как и где нужно правильно переходить дорогу? Можно переходить по зеленому свету, по светофору, по знаку, по зебре. Нельзя перебегать дорогу, потому что тебя может сбить машина, и тебя могут положить в больницу. По пешеходному переходу. Там, где если даже нет зебры, но там есть знак. По пешеходному переходу или по зебре? Или по светофору. Зачем нужны светоотражающие элементы на одежду? Они нужны, чтобы тебя машина не сбила, она чтобы тебя видела. Когда она посветит на тебя фарами, она увидит, что идет пешеходный переход. Человек. Их можно прицеплять на куртку, на шапку, на руки и на ноги, и на спину. Светоотражающие элементы нужны, чтобы автомобили не сбили тебя во время темных часов. Если у тебя нет светоотражающих предметов, тебе машина может сбить. Их можно прикрепить на рюкзак, на штаны, на ботинки, на рукава, куртки. Когда свет попадает на светоотражающие знаки, водитель уже увидит и притормозит, чтобы машина тебя увидела и пропустила.